Сегодня сочинские депутаты собрались на первой в этом году сессии. Один из главных вопросов повестки дня – это внесение изменений в бюджет города. Его расходная часть увеличилась на 274 миллиона рублей за счет остатков средств с прошлого года. Эти деньги будут направлены в том числе на городские дороги. Направлены будут средства на дорожный фонд, на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на наших муниципальных дорогах. Кроме того, мы внесли изменения в положение о дорожном фонде, которое сейчас позволяет направлять эти средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. И самое главное, это участие в краевых программах. За счет этого мы тоже будем дополнительно получать средства в бюджет. 100 миллионов рублей по решению депутатов городского собрания будут направлены на вывоз скопившегося в Сочи мусора. Также дополнительные средства пойдут на инвентаризацию бесхозных сетей. Это ливневки, водопроводы и электросети. Кроме того, сегодня народные избранники проголосовали за создание в городе некоммерческой организации «Сочинские ярмарки». Она будет заниматься созданием условий для развития и централизации ярмарок, где будут представлены товары местных производителей. Новая организация в том числе поможет бороться с незаконной торговлей.